Бывшая звезда сплетницы Тейлор Момсен впервые выступила в Москве. Так стоило бы начать рассказ о прошедшем концерте группы The Pretty Reckless. Но дело в том, что Тейлор больше не желает иметь ничего общего с нашумевшим сериалом и даже отказывается комментировать свой уход из него. Теперь она хочет ассоциироваться исключительно с рок-музыкой. В статусе одной из главных молодых звезд она и посетила столицу России. Тейлор успела осмотреться в Москве и даже познакомилась с русской кухней. В одном из ресторанов она попробовала пельмени. Да, мы погуляли немного по городу вчера вечером и зашли в пару интересных мест. Было здорово. Москва очень хороший город. Мне понравилась архитектура, да и погода не подкачала. У Тейлор было достаточно времени, чтобы расслабиться. Оказывается, она не особо готовится к своим выступлениям и лишь на сцене решает, как ей себя вести. Мы не готовим ничего специально. Все происходит спонтанно. От нас можно ожидать чего угодно. В первую очередь от Тейлор Момсен ждали откровенных нарядов и запредельной энергии. Всего этого на концерте было предостаточно. Певица вышла на сцену едва ли не в нижнем белье и буквально за минуту сумела завести толпу. Изначально состав The Pretty Reckless выглядел совсем по-другому. Музыканты, приехавшие в Москву вместе с Тейлор, были приняты в группу сравнительно недавно. Кажется, перемены оказались к лучшему. Парни просто отличные, мы прямо как семья. Здесь все могут попросить друг друга о чем угодно. То есть мы не просто выступаем вместе, мы по-настоящему близки. Это круто. На концерте прозвучали все треки с пока еще единственного альбома группы Light Me Up. Но музыканты уже сейчас работают над новыми песнями. Мы гастролируем с материалом с нашего первого альбома, но все время пишем новую музыку. Пора бы уже выпустить что-нибудь новое. К тому же мы думаем снять новый клип. Пока не выбрали песню, но он точно выйдет. И все же поклонников наверняка волнует, вернется ли Тейлор в кино. Оказывается, нет. У меня даже и мыслей нет о кино. Через 10 лет или даже 20, может быть, я захочу сняться в кино. Тогда я сделаю это. Но совершенно точно я не брошу музыку. Несмотря на то, что опыта у Тейлор еще не так много, на московском концерте она выглядела безбашенно. Так что Кортни Лав может со спокойной душой уходить на покой. Ведь у нее выросла достойная смена. Hey, I'm Taylor from The Pretty Reckless, and you are watching News Blog on MTV Russia. До свидания.